Школы номер 5 и 31 в Петропавловске со вторника полностью закрылись на карантин в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в мэрии. Карантин продолжается в школе номер 27 и лицее номер 21. В горадминистрации уточнили, что число заболевших гриппом и ОРВИ в этих учебных заведениях превысило 25% от общего числа учащихся. На учебу школьники здесь выйдут только после новогодних праздников. Кроме того, занятия с 1 по 4 классы прекращены в школах номер 8 и 26. На карантине остаются два первых класса в школах номер 36 и 33. Всего на сегодняшний день в Петропавловске в числе заболевших более 800 учеников.